На сегодняшний день отмечается снижение заболевания COVID. Меньше стало обращений к врачам за медицинской помощью, меньше мы направляем пациентов на ПЦР-обследование. Если взять в ноябре, в начало ноября, то обследовали мы до 150 человек в день и выявляли больше 50% положительных пациентов на заболевание ковидом. Это где-то было 70-80 человек в день. Последнюю неделю мы обследуем до 50 человек в день с подозрением на ковид. Выявляем около 30% положительных ПЦР, где-то 16-15 человек в сутки. На данный момент сложилась благоприятная